Жители Томской области могут получить две социальные выплаты при газификации жилья. В сумме это может составить до 200 тысяч рублей. Выплаты предоставляются из областного и федерального бюджетов. Отметим, что льгота доступна только определенным категориям граждан. Так, региональная выплата на компенсацию расходов на газификацию в зависимости от льготной категории дохода составляет 50, 70 или 100 тысяч рублей, а федеральная субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования проведение работ на земельном участке равняется 100 тысячам. Информацию о выплатах при газификации жилья можно уточнить по телефонам Центров социальной поддержки по месту жительства и Единого контакт-центра социальной защиты 8 800 300 2001 или 8 38 22 602 799. Добавим, с начала этого года в Томской области более 500 семей получили сертификаты и субсидии на газификацию жилья. В прошлом году выдано 786 сертификатов.